Товарищи артисты, мы сейчас прибудем. Приготовьтесь к концерту. Они ехали в сторону от войны, чтобы поднять боевой дух наших солдат. Товарищ командир, разрешите обратиться? Чего тебе? Там артисты приехали. Подготовиться к выступлению и начать его в указанном месте в назначенное время. За неподчинение приказу, расстрел на месте, я понятно излагаю. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети. Они не ожидали, что окажутся в самом пекле. Вперед за Родину! Каждому из них предстоит нелегкий выбор. Готовь! Огонь! Иди ты к черту! Говори, кого любишь! Кого любишь, говори! Говори, кого любишь! Выходила на берег Катюша. Елена Подкаминская, Алексей Камашко и Андрей Тинетко в фильме Алексея Козлова «В сторону от войны». На канале «Феникс плюс кино».